Смотрите, прикольно как. Я первый раз вижу. Вот так, с землей трава. Газончик такой. Я не видела, серьезно. Да серьезно. Я на видео покажу. Да? А я не видела. Я тебе показывала. Смотри, газон как свернут. Ага, ага. Да, а я что-то, наверное, просто агакнула. О, и не это. Залезешь? Ага, я представляю, как я там здесь посыпется, уже так рано. Злая мать. Мать злая. Злая арабская мать. Смотрите, благодать вам показываю опять же. Что? Ты рассказывала про летний театр? А это летний театр? Да, вроде как да. Если... Смотрите, я тут заглядываю, там теннисные корты, там играют в теннис большой люди. И летом там есть площадка бесплатно, приходите смотреть. Да? Да. Вот это театр? Да. О, прям на набережной. Я знаю, что с той стороны концерты всякие проходят. Я на электрическом каталась в самокате. Баба, огонь. Огонь, баба. Не надо мне BMW X6, мне купите самокат. Просто. Сходим. Туда и туда красиво. Куда ни плюнь, везде красиво, понимаете? Там мое любимое место. Там, там, где башня алфавита. Ну пошли прогуляться. Давайте. Вот теперь придется мне ходить за ними. Снимать. Пойдем со мной вместе под дождем, дай мне руку, ты и я вдвоем. Мы так, мой саник, до любви дойдем. Пойдем, пойдем вместе ночью или днем. Пойдем со мной вместе под дождем, научимся летать. Ну что, заберу я у тебя его, наверное. 300 лари. Какая невоспитанная женщина. То ли дело я. Кайфово, кайфово. Реально, вообще кайфово на самокате, ребят. Сам говорила, ягодица качает? Да. Видите, она как бы припрыгивает туда-сюда, туда-сюда. Подождем, дай мне руку, ты и я вдвоем. Мы так мой странник до любви найдем. Пойдем, пойдем вместе ночью или днем. Ночью или днем. Я с тобой встречусь, если позовешь.
кстати, у Селины в пеньюаре. Смотри, какое тут офигенное покрытие. Офигенно, я прям... А что ты говоришь, он неудобный, этот самокат? Он очень высокий. Вот это вот сейчас... Он должен быть пониже? Ну, для меня лично да. Ну вот, на, давайте. А, ну вот приседать как раз надо, чтобы жопка качала. Если ты очень надолго едешь, у тебя получается вот... У меня, извините, блядь, нога-то огромная. Я еле-еле достаю кончик. Ага. Вот если не сгинаясь, это неудобно, если далеко ехать. Ты что, все это снимала? Да. Со мной вместе под дождем, дай мне руку, ты и я вдвоем. Мы так мой саник до любви дойдем. Пойдем, пойдем вместе ночью или днем. Пойдем со мной вместе под дождем, научимся летать, крылья обретем. Влюбимся в солнце, пусть наш обожжет. Я с тобой встречусь, если позовешь. Сможет ли кто-то любить, как я? Сможет ли кто-то ждать, как я? Сможет ли кто-то понять тебя? Нет, уверена только я. Новый день беги, разукрась его. Подождем, дай мне руку, ты и я вдвоем. Мы так мой странник до любви найдем. Пойдем, пойдем вместе ночью или днем. Ночью или днем. Я с тобой встречусь, если позовешь. Пойми как. Короче, это, Жанна рассказывала, вот здесь вот, короче, лаунж, зона какая-то, да? Да, пальма, терраска,
пальма, терраса, лаунж. А я дублирую своим красивым голосом. Короче, там бассейн на открытом воздухе. Можно туда зайти, заехать, машину поставить, покупать. Пойдем посмотрим. Смотрите, а это все эвкалипты. Заросли эвкалипта. Заросли эвкалиптов, и вот там бассейн на открытом воздухе, и сюда можно прям приехать, и тут... Ветер. Все, видите, ветер. Посмотрим. Смотрите, здесь можно брать на прокат возле башни Алфавит вот такие мотороллеры. Не расскажете нам, сколько стоит? Полчаса 5 лари. А электро на 5 стоит полчаса 25. Полчаса 25 лари. Их запретили внутри парка кататься. Только это по дороге. А на них права нужны? Да, самокаты, вот там стоят электросамокаты. Это полчаса 25. А по дороге вот кататься права нужны? Ничего не надо. Не надо. А самокаты сколько? 20? Самокаты 20 лари, полчаса. Полчаса. Электросамокаты, да? Да, да, электро. Спасибо вам большое. Не за что. Ленивая Василина на электро любит кататься. Не капелюшечки, не ленивая. Смотрите, море. Ромик около башни катается. Около башни, там горка. Осторожно, осторожно. Да, вон он. Оставляй на диване на каком-нибудь пакеты и катайся. Вот это мое место силы. Здесь я себя чувствую какой-то точечкой. Вокруг горы, море, какие-то футуристичные здания. Очень классно. Ну и сюда очень хорошо приходить. В утреннее время здесь никого нет. Ну и сегодня тоже никого нет. Погода плохая. Давай. Башня Алфавит. Учим алфавит грузинский. Смотрите, это вот эти рисунки на стене. Это человек, влюбленный в Батуми. Бежит. Вот он такой. Бежит, бежит, бежит. Прыгай! Короче, тут его колбасит. Он нашел счастье и любовь в сердце у него. Сейчас я все наоборот расскажу. Бежит, бежит, падает нахрен, разбивается и убегает нахрен в другую страну. Нет, это я вот в прошлом году приехала такая... И нарисовала. Приехала и полюбила Батуми. Со всей силы. Тетя Василин, да. Вот там он, видишь, диван. Угу. Вот там оставляй рюкзак, сумку, иди катайся с горки. А я буду тебя снимать, как ты будешь падать. Подружка моя, красавица. Отходи, Ром, тетя Василина будет ехать. Фу. Офигенно!
еще мы обязательно пойдем кататься на сабвордах и покажем вам еще одно кайфовое развлечение. Эй, Рыжуля! Эй! Эй, ты хороший какая! Очень. Так, все, тетя Лена будет отдыхать.